там, во-первых, лотки не нужны были, а есть водоотводные сбросные трубы, то есть как ливневка стоит. На сегодняшний день там еще работы не закончены. Понимаете, как будет восстановление дорожного покрытия, потому что ливни видали, ну, сами, наверное, смотрели, что выпадала почти месячная норма осадков. То, что размыло, будет восстановлено. Когда все заасфальтируется, когда сделается все это, приведется в соответствие, и тогда размываться ничего не будет.